На субботник вышли представители «Единой России», депутатского корпуса, казачества, сельской администрации и школы, активисты органов ТОС, предприниматели и просто неравнодушные жители села. Многие пришли вместе с детьми, которые с удовольствием помогали взрослым. Сегодня действительно поистине исторический день. Сегодня, я думаю, что можно будет последний раз лицезреть вот этот участок в таком заброшенном виде, потому что мы планируем его зачистить. Местная жилищно-коммунальная компания предоставила мусоровоз и два самосвала, а предприниматель выделил экскаватор. Кроме того, что на этом месте планируется разбить парк 80-летия Краснодарского края, здесь выделена земля под строительство сельского дома культуры. Площадь территории порядка 20 соток. На совете общественности мы рассматривали, какие объекты в первую очередь надо привести в порядок. Именно нужна была массовость, чтобы вышли люди. Чтобы они поняли, что здесь делается субботник не для кого-то там что-то, а именно для всех. Вот здесь проводится субботник, это место будет общего пользования. Здесь планируют, ну, зеленая зона, в которой будет сквер, будет детская площадка, будет клуб, мы надеемся. Потому что для такого большого округа клуб это очень нужен. Помимо сквера «Воинская слава», теперь у нас будет парк, это зеленая зона. Там, где наши жители смогут отдыхать, проводить время, досуг и наслаждаться жизнью, и радоваться то, что они живут в таком прекрасном городе, в таком прекрасном крае, в прекрасном сельском округе. Мероприятия по благоустройству шли около 5 часов. Более 100 местных жителей совместными усилиями навели на пустыре порядок. В общей сложности волонтеры вывезли не меньше 100 кубометров мусора. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа, регион.